Это проект импровизационный, стоящий из Алексея Сысоева, Марины Полеухиной и Константина Сухана. Мы будем играть достаточно тихую музыку, поэтому просим внимания. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо.
Спасибо. У нас есть подарок даже. Была такая выставка «Фарш», которая проходила месяц или два назад. И там мы записали, собственно, все происходящее на звук. Вот. И есть документация всего этого. Ну, с участием нас. Так получилось, что все пространство звучало. И поэтому там не только мы, там все. Там поезда, все депо, художники, музыканты, тарелки, там все есть. Так что подходите, если вам интересно. И можете приобрести по цене 60 рублей или просто взять.